Итак, срочные и не очень приятные новости. Официально WhatsApp скоро начнет показывать рекламу. Еще в сентябре соучредитель WhatsApp Брайан Актон рассказал о том, что генеральный директор Facebook владеет мессенджером сейчас, Марк Цукерберг, хочет монетизировать платформу. И вот сегодня вице-президент WhatsApp Крис Дэниелс подтвердил, что в ближайшее время в мессенджере появятся рекламные объявления. Реклама будет действовать как основной способ монетизации приложения. Она будет появляться прямо в статусе WhatsApp, который, согласно недавнему финансовому отчету, насчитывает более 450 миллионов активных пользователей в день. В ближайшее время рекламу начнут показывать пользователям iOS-версии, вскоре к ним присоединятся и Android-юзеры. Радует лишь то, что сквозное шифрование сообщений WhatsApp пока никуда не денется, и Facebook не будет собирать какие-либо данные пользователей напрямую. Однако в мессенджере будет применяться целевая рекламная модель старшей компании. Для этого WhatsApp и профиль Facebook свяжут через телефонный номер. Кстати, отечественный мессенджер ICQ мало в чем уступает WhatsApp. В дополнение к групповым звонкам он обладает и другими сильными сторонами, которых нет у детища Facebook. Аська поддерживает пины сообщений и упоминания пользователей в них, поиск и редактирование отправленных сообщений, а также стикеры, поиск по наборам, эмодзи и прочее. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал, мы будем следить за новостями. На этом на сегодня все. Всего доброго и до новых встреч.